приятный случай удостовериться в интернациональной культуре Казахстана. Этнический азербайджанец Руслан Амирасланов поет песни на нескольких языках и практикует бокс. Руслан Амирасланов – это такая, я бы сказал, находка для продюсеров, которые бы хотели спродюсировать артистов, в которого будут влюбляться девчонки. У него все для этого есть в избытке. Есть такие дети, которые, как мы говорим, целованные Богом, да. Красивые, талантливые. Но он весь светится, когда на сцене. Сцена любит таких, камера любит таких. Мне понравилось свое собственное выступление. Перед выходом я очень сильно нервничал, но когда вышел, страх полностью ушел. И думаю, я выступил достойно. Для меня прохождение в полуфинал – это еще одно подтверждение того, что я двигаюсь по правильному пути. Это большой этап в моей жизни, это опыт, это большая сцена, новые знакомства. Думаю, полуфинал даст мне большой опыт преодолеть свой страх. Я выбрал эту песню, так как я хотел познакомить всю Центральную Азию с нашими традициями, с нашими обычаями, с красотой казахских песен. Все знают, вся школа знает, что участвуем в конкурсе. Знают учителя, одноклассники, одноклассницы, да все знают. Конечно же, я волнуюсь, так как я проделал трудную, долгую работу. Но думаю, когда я выйду на сцену, волнение исчезнет. Я пришел для того, чтобы раскрыть свой потенциал, спеть хорошо на сцене, ну и, конечно же, за победой. Мархаба саби. Салем, Руслан. Байқауға қатысып жатыр екенсің. Жолың болсын. Сәттілік тілейміз саған. У меня слов нет. Өзіңе сенімді бол, мықты бол. Жеңіске жет. Я в шоке. Радость. Классно, я в шоке. Я думаю, что это сон. Не может быть. Этот парень – настоящее доказательство того, что крутым можно быть в любом возрасте. Сомневаетесь? Вас в этом убедит Руслан Амирасланов. Some.
Руслан, отличное выступление. И голос у тебя потрясающий. Согласны? Да! Что для тебя волнительно, выступать в полуфинале или на кастинге? Ну, мне кажется, в полуфинале более ответственнее, так как это не только моя работа, но и работа всей команды, которая делала все эти кадры, движения. В общем, для меня полуфинал важнее, чем кастинг, намного. Ты же помнишь, что главный приз нашего проекта — 10 миллионов тенге. Уже придумал, на что потратишь, если станешь победителем? Ну, в первую очередь, хотя я уже... Я не выиграл, хотя 10 миллионов. У меня сестренка составила огроменный список. Огроменный список. Там все есть. И игрушечные машины, куклы, все. Я даже до конца не дочитал. Она уже думает, что я выиграл, так что... И что ты обязательно должен выиграть. Вот это мотивация. Да. Нурлан, как оцениваете выступление Руслана? Руслан, айналайын, жаным менің. Самға деген әннің өзі қандай. Осы атабаларың аруақтары сені қолдап, самғай бер, мына біздің бүткіл елге емес, бүткіл әлемге. Молодец, бақытты бол. Руслан не только красивый парень, но он еще и красивый певец. У него очень красивый голос. В прошлый раз я говорила о тебе, что у тебя необычная мелизматика, но и твоя харизма, твоя пластика, она помогает донести до нас твою песню. Сейчас твое выступление было просто невероятно. Спасибо. Как это было технически сложно, о том, как ты прекрасно держался, какой замечательный выбор песни. Видно, как ты правильно двигаешься к будущему. Как здорово, что тебя поддерживает твоя семья. И я заклинаю тебя, пожалуйста, верь в себя, у тебя все получится. Ты большой молодец. Руслан, ты чувствуешь, что ты покорил жюри, покорил зрителей в зале? И наверняка ты покорил многих девчонок. Ну, есть такое. Есть такое? Удачи!